А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Тот, кто учит человечество, осуществляет власть над ним. Наши дети находятся под все возрастающим контролем департаментов образования, преподавателей и в последнее время так называемых сексуальных педагогов извне. Откуда они на самом деле появились? Кто ищет, тот найдет. Посредством убедительных слов Христа и его дел настала новая эра. Знают ли еще современные учителя, что они делают, когда они, несмотря на его строжайшие предупреждения, сексуально просвещают и сексуально стимулируют всех детей с самого детства? Короче говоря, хотят ранней сексуализации, действительно ли современные секс-эксперты компетентнее Иисуса из Назарета? Действительно ли мы не подвергаемся никакой опасности под их руководством? Были ли вы, уважаемые зрители, поставлены в известность о глобальных попытках ранней сексуализации детей по всему миру? И снова еще раз предпринимается попытка сломать последнее табу. Сексуальный контакт с детьми, с несовершеннолетними, должен легализироваться и поощряться законом. Дыхание замирает в груди, когда слышишь последние тезисы уважаемых сексуальных педагогов. Ведущие педагоги, такие как Хельмут Кентлер, учат тому, что прежняя защита детей в действительности является враждебной для них. Он утверждает: секс с детьми – это не злоупотребление, а право ребенка. Право ребенка на удовлетворение сексуальных потребностей. Настоящая защита детей, исходя из этого, является защита их сексуального самоопределения. Здесь уже безо всяких сомнений изнасилование детей замаскировано под воспитанием. Взрослые должны разговаривать с детьми о порнографии, полагает немецкий педагог-теоретик Карла Эдженберг. Она даже требует, как и швейцарские молодые социалисты, использовать порнографию во время занятий. Такие заявления жестко и бескомпромиссно противоречат, по мнению движения против геноцида, АГБ, действующему закону. Порнография. Уголовный кодекс, статья 197, часть 1. Кто предлагает, показывает, предоставляет, делает доступным или распространяет по радио или телевидению лицу моложе 16 лет порнографические издания, звукозаписи или фотографические снимки, изображения, другие предметы подобного содержания или показывает порнографические представления, наказывается тюремным заключением или штрафом. Часть 2. Кто осуществляет публичный показ предметов или представлений, касающихся пункта 1, показывает их или добровольно предлагает другим способом, наказывается штрафом. Кроме того, дети должны быть защищены также от другой порнографической продукции, и каждый должен быть защищен от навязанной ему необходимости воспринимать изображение сексуального содержания против своей воли. Смотрите также статьи 358 и указ о телекоммуникационных услугах от 25 марта 1990 года, статья 18а, раздел 1. Этот принцип, как требует движение по защите детей АГБ, должен быть прежде всего последовательно применен ко всем операторам сотовой связи, так как сегодня буквально у каждого ребенка в кармане есть мобильный телефон. Из базисного документа сексуальной педагогики и школы от компетентного центра по половому воспитанию и школе педагогического университета Центральной Швейцарии отчетливо выявляются их цели в отношении наших детей. Ребенок – это сексуальное существо. Основой полового воспитания является определение человека как нуждающегося в воспитании сексуального существа, или, другими словами, подтверждение того, что дети и молодежь являются сексуальными существами. Одно только это перевернутое в значении заключение открывает двери педофилам. Так как, другими словами, это значит, пока ребенку нравится, все законно.
К этому один пример из базисного документа из домашней страницы в интернете компетентного центра. Возраст 4-5 лет. Ступень детсадовского возраста представлена так. Актуальными являются игры в доктора, сладострастное самопознание, самостимуляция, похожие на оргазм реакции, ролевые игры, семья, может и с двумя отцами или двумя матерями, поцелуи, половой контакт, эротический интерес к родителям, желание показать или играть половыми органами, переживание первой близкой дружбы и любовные отношения. Из этого следуют такие главные пункты на уроке. А. Назвать части тела, включая половые органы. Б. В игровой форме воспринимать свое тело, включая сексуальное возбуждение. В. Дружеские отношения, установление границ, уважение собственной интимной сферы, а также сферы других. Г. Зачатие. Как происходит половой акт, что вследствие этого рождается ребенок. И это с 4-5-летними детьми. Возраст 6-12 лет. Активность с одногодками. Унижение или отклонение другого пола. Типичный для пола образ поведения, возможно, преувеличенно. Провокационное, агрессивное поведение по отношению к другому полу. Нарушение табу. Интерес и эротическая привлекательность одинакового пола. С какого времени наступает зрелость для половых контактов? Из этого следует следующее содержание учебного материала. Сексуальность и речь, ругательные слова. Из интервью с исполняющими обязанности внештатных сексуальных педагогов в школе выходит, что каждому ребенку, независимо от возраста, нужно дать точный ответ, что, например, означает анальный секс, обрызгать и еще намного худшее, если он услышал, но не понял этих слов. Зачатие, беременность, роды, различные дружественные отношения и формы жизни. Здесь детям внушают, что все новые извращения являются нормой. И что имеет еще большие последствия, все, что до сих пор было нормой, декларируется ненормальным и противозаконным. Половые роли, модели ролей, например, работающие матери, отцы у плиты, сексуальная ориентация, все разрешено, пока это приносит удовольствие. Первая менструация, первое излияние семени, ВИЧ, СПИД, инфекции, передающиеся половым путем, сексуальное принуждение, насилие, самоудовлетворение, особенно у мальчиков, но и у девочек, как совершенно нормальное и даже важное. Возраст 12-16 лет, социальное изменение, здесь имеется в виду автономное развитие, отделение от родительского дома, возрастающий интерес к детальному познанию, к сексуальной практике, осознанный контакт с порнографией. Сколько положений бывает при половом акте и какое самое лучшее? Можно ли растолстеть, глотая сперму? Из моральных соображений мы закончим это перечисление. Во всяком случае, учебный материал настолько целенаправленно излагается, соответственно, неприличной болтовне детей и подростков, что в конце концов всякое свинство действительно закрепляется в каждой голове. К этому пример из основополагающих документов из домашней страницы компетентного центра. Стадия самостимуляции. Это значит вызов реакции, схожих с оргазмом. Образ действия. Найти часть тела, как источник чувства удовольствия. Осознанные повторяющиеся манипуляции с частями тела, в том числе с гениталиями. Исследование половых ролей в игровой форме посредством ролевой игры, например, игры в папу и маму. Семьи с двумя мамами, двумя папами, с одним из родителей влюбленность, половые контакты. Или игры в доктора, исследование другого тела, удовлетворение природной любознательности.
Одновременно организация юных социалистов ЮСА, близкая к педофилии, работает над позиционным документом, в котором они требуют, по словам Тани Валезер, нового подхода к теме порнографии. К этому также относится и то, что уже 10-12-летние дети должны рассматривать порнографию на уроках сексуального просвещения. Сначала это требование вызвало возмущение в школьном руководстве, но подождем, как долго это возмущение сможет противостоять натиску ЮСА.